Проснитесь и пойте, мистер Фриман. Проснитесь и пойте. Всем. Нет, я не хочу сказать, что вы спите на работе. Никто не заслуживает отдыха больше вашего. И все усилия... Давай так. Всем привет, друзья, вы на канале Frame of Games. Меня зовут Леонид, а мы с вами начинаем новую игрульку под названием Half-Life 2. Half-Life 2. Жизнь какая-то 2. Half, не знаю, как переводится. Старая игрулька. Очень популярная, все, наверное, про нее знают. Вот. Но я в нее не играл. Поэтому мы сегодня с тобой первый раз за этим наблюдаем. Может быть, конечно, ты ее уже знаешь, проходил, но я нет. Давайте послушаем, что он скажет. Все мира пропали бы даром, пока, скажем просто, что вас час снова пробил. Видимо, все. Больше он ничего не хочет Нужный сказать. Нужный человек не в том месте может перевернуть мир. Так проснитесь же, мистер Фриман. Просыпаюсь. Проснитесь, вас снова ждут великие дела. Все, все, становлюсь. Все, я здесь. Все, здорово. Здорово. Это мой третий перевод за год. Третий перевод за год. Не заметил, как ты сел? Хреново. Вот так вот. Прикольно. А, может быть, еще светильность немножко пониже поставить, что ли, слушай. Слушай, давай, наверное, легкий уровень боя поставим, потому что тут вроде как бы очень его много, а я не особо сильно это все люблю, поэтому как бы, да. Все, применить, окей. Вот, вот это уже поприятнее. Вот это уже поприятнее. Виктор Антонов, он там, смотри, Джефф какой-то, Биллингер, Айрон Бербер, много разных челиков. Видимо, даже русских, которые участвовали в создании данной игры. Ну, я говорю, я в нее не играл. Я знаю то, что... Конец линии. Ты дурной, что ли? Добро пожаловать! Добро пожаловать в CT-17. Здорово. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Первое предупреждение. Для такого высокого мнения о CT-17, что решил разместить свое правительство здесь, в цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю CT-17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Трубка. Или же вас ждут неизвестные дали? Добро пожаловать в CT-17. Извиняюсь. Здесь безопасно. Извиняюсь. Мы с трубкой идем. Эй? С трубкой. А где трубка? Ладно, обронил трубку. Ну, ладно, пойдем. У, сука. Здорово. Что случилось? Это не я. Я ничего не пиздил, честное слово. Я только приехал. У меня... Вот у меня тоже. У меня обычный миграционный билет. Я ничего не делал. Не пиздите меня, пожалуйста. Не надо. Че, заходи, блядь. А поебал. Ладно. Че так много тут? Я готов. Иди сюда, сука. Я должен тебе пиво. Гордон, это я. Давай. Парни из Черной Мезы. Здорово, парни. Я разыгрывал представление перед камерой. Нет, ты сука какая, Барни, а? Для прикрытия. Какая, надо сука, Барни? А то возникнут подозрения. Я же никогда Барни. Не выполню новую Барни, это который жизнь. Ты этот, да? А Барни, в чем дело? Плюшевый мишка, который кушать. Извини, можно. Извини, док, но посмотри-ка, кто здесь. Боже мой, Гордон Фриман. Гордон Фриман, я что ли? Я тоже не ожидал. Я тоже не ожидал. Он чуть не сел на экспресс до Нового Проспект. Ну, Барни, и что ты предлагаешь? Я думаю, думаю. Думаю быстрее, Барни. Может, она придумает... Алекс была где-то. Если он будет держаться подальше от постов, все будет в порядке. Слушай, да? Мне надо идти. Ладно. Мы и так сильно рискуем. Гордон, рад тебя видеть. Я тоже. Ладно, Гордон. Мне придется идти до лаборатории доктора. На тебе, блядь. О, черт. Этого я и боялся. Давай сюда, Гордон. Давай. Пока ты меня не засветил.
Давай, давай, давай. Поставь ящик, чтобы выбраться через окно. Так, ставлю. Иду. Опа. Нормально. Загрузка. Все, погнали. Все. Дела ждут. Дела ждут. Опа, здорово. Подними эту банку. Позвольте мне прочитать письмо, которое я получил. Сука. Уважаемый иди нахуй. Почему альянс подавляет иди нахуй. Размножение? Пизду. Искренне. Дурной. Обеспокоенный гражданин. Лошара. Понял, козел. Мне сюда? Мне сюда. Ой, бля, а куда идти-то? За будущее вида. А куда идти? Я чувствую и несколько невысказанных вопросов. Знают ли наши покровители, что для нас лучше? Ладно, пойдем. Что дает им право принимать такие решения за человечество? Ладно. Ух ты ж, бля. Так, и мне, наверное, сюда. Тут лестница есть. Ее, наверное, не просто так здесь поставили, поэтому пойдем. Оп. Так, ладно, наверное, сюда. А куда мы идем? Я что-то пропустил момент этот. Блок. Стекло выбей. Смотри-ка, он какие-то предметы легкие, то есть он их кидает далеко. А блоки очень нет. Очень нет. Че вы тут делаете? А что вы тут делаете? Стоять. 603 вторжение. Стою, все. Отстрел команды ГО. Отрядом поддержки. Код 3. Ну ладно. Пускай там дерутся. Вниманию жителей. Замечено отклонение численности. Сотрудничество с отрядом ГО. Здорово. А куда я, блядь, иду? На крышу. Зачем на крышу? Куда? Зачем? Почему? А что произошло? Проверка, идентификация, зачем все? Ну чё, я ничего не делал. Давай сюда, быстро. Бегу. Тебя бьют? Я бегу, а куда бежать? А дальше? Убили. Вы чё, дураки? Ладно. Меня? Ты дурак, не ебать, А что происходит? А за что? Вы вообще нормально, если вы даже проверяете идентификацию, то зачем меня стрелять? Если бы это мама видит. Не надо! Да не стреляй! Ты что, дурак? Ты чего вы такие, блин? Просто граждан нихера не останется. Конченые. Да куда, в смысле? Не бей! А что делать? У меня лестница сломалась. А, это скриптовая херня. Здорово. Полагаю, ты Фриман? А ты кто-то? Нам надо спешить. Комбайнов может и трудно сочетать. Я Джордан Фриман. Но если уж это сделать, лучше им на глаза не попадаться. Доктор Кляйнер сказал, что ты пойдешь Кляйнер. Этой дорогой. Кляйнер. Кажется, он Кляйнер. Не подумал о том, что у тебя нет карты. Ну, как бы да. Не подумал, наверное, дурачок. Вроде как бы доктор, вроде как я ученый. Здорово, Алекс. Мой отец работал с тобой в Черной Мессе. Хотя я уверена, что ты меня не помнишь. Да я этого у доктора Алекса хера не помню. Да, не разговорчивый. А, такой. Я такой. Куда идти? Денгер. Адмитейнс. To authorized personnel only. Сюда. Ну, я сильно. Да. Это какая-то такая себе, слушай, ты прям... Ой, чуть на таком моменте. Забавно, да ну не надо, ну чё. Ну такая, Алекс. Могли бы получше сделать. Тут лестница есть, дура. Через старые каналы. Тут лестница есть, зачем ты это сделал-то? Кажется, мы наконец-то придумали. Надо какая-то ебанашка немножко.
Давай я куплю тебе воды. Нахуя? Я не хочу пить. Херасит там, кот нафигачил. Итак, кстати, рада познакомиться. Нифига сюда, конспирологи. О, здорово. Это ты мне карту не дал, сука. А, чертовка. Куда она делась? Ламар, выходи оттуда. Кошку потерял. Привет, Анна. Ну, почти в порядке. Ламар снова сбежала из клетки. Не зная я Барни, подумал бы, что он расставил ловушки и... Боже, Гордон Фриман, это в самом деле ты? Я нашел его снаружи. Он попал в переделку. А как? Прикольно. Несмотря на то, что он приносит с собой неприятности. Должен сказать, Гордон, ты как раз вовремя. Алекс восстановила последнюю часть репорта. Возьми, возьми. Ну погоди, возьми. Твой талант превосходит даже твой. О, здорово. На. Книжка поебала. Да ничего, не твою ебало, что ли? Ты называешь Улием? Нельзя здесь долго оставаться. На тебе, блядь. Это поставит под угрозу всю нашу работу. Именно, Барни. Это великий день. Торжественно откроем телепорт двойной передачи. Ты хочешь сказать, он заработал? Это точно? Потому что мне до сих пор снятся кошмары про ту кошку. Спокойно. Не надо так волноваться. Мы далеко шагнули с тех пор. Далеко. Какую кошку? Ой, ребят, скучно с вами. Давайте что-нибудь уже начинать. Можно ему и костюмчик. Что? Да, я тоже за. Ты прав, я почти забыл. Ты чё, бля? Предоставляют учесть тебе. Мне надо вернуться на пост. Возьми книгу, возьми книгу. Сука. Так это прикольно. На тебе, бля. А вот и... О, прикольно. Чёрт, убери её от меня. О, мерзость. Ламар, вот ты где. Я думал, ты избавился от этой заразы. Это что такое? Не бойся, Гордон. Ей удалили клюв. Теперь она не опасна. Она может только попробовать совокупиться с твоей головой. Не, мне такого не надо. Убери от меня эту дрянь. Давай, детка, запрыгивай. Ты хочешь, чтобы она с твоей совокупилась? Нет, осторожно, головой. Эти приборы очень хрупкие. Бог мой. Чтобы уговорить ее выйти оттуда, уйдет еще неделя. Если повезет, то и дольше. Ты, беда какая-то, слушай, спать-то охота. Ты не любишь животных? Ночью записываю, представляешь? Уже спаточки охота. Если доктор Кляйнер сказал, что надо его надеть, то лучше надевать. Доктор Кляйнер. Давай наденем. Ну надень! Заставка Стима играет. Гордон, костюм сидит так, будто на тебя шит. На тебе, блядь. Он ведь действительно на тебя шит. Я кое-что в нем изменил. Это так прикольно. Сейчас расскажу тебе самое главное. Значит так. Конструкция костюма модели 5 изменена для повышения комфорта и функциональности. О боже. Док, на это нет времени. Ты хоть подзаряди его, Гордон. Хорошая мысль. На стене есть зарядник. Дай почитаю. Можно заряжать. Дай я почитаю. Здания Альянса, которых полно в местах патрулирования. Хара Хазардоус Энвиромент Сиут Димарк Хада Тупат. Понятно. Здесь? Прикольно. Зарядил костюм. Смотри, назад увеличение оказывается. А чем тише? Фонарик. Гордон, встань рядом с той панелью и жди моей команды. Давай. Айзек, ты там? Да. Нет, смотри, больше ничего не хочет. У нас небольшая задержка. Ни за что не угадаешь. А чё, у меня ни инвентаря, ничего нет, да? Это же не тот, о ком я думаю. Он самый. И мы отправляем его прямо. Здорово. В компании твоей очаровательной дочурки. Ты готов нас принять, папа? У нас все готово. Ну, так не понял. А чё ты такая, а ты такой? Ты посмотри, поток ты. Без массового поля ты. Самоограничивается. Мне удалось ты. Подобрать верные параметры манифольда для базы ЦИ. Ладно. И орбифольда ЛГ. Тогда ты то же самое говорил. Какой же ты скучный, сука. Два, один, господи,
Что на этот раз? Починил док. Гордон дернет рубильник. Давай. Дергай. Не здесь? А где? Здесь? Где дергать-то, блин? Здесь. Хорошо. Давай. Начинаем. Начали. Начали. О, о, какие ощущения. Что-то как будто бы внутри ходит. И меня разрывает. Ладно, что я несу. Ну как, получилось? Сам посмотри. Эй, док! О, слава богу. О, здорово. Как гора с плеч. Ну они разные же, сука, почему они дочь и отец? Отличная работа, Изи. Ладно. Это не только моя заслуга. Изи, отличная работа. Очень способная система. Ну давайте тогда перейдем. Ох, спасибо большое, ручник поставил. Сука такая. Класс, Гордон. Взял и унизил меня. Мастерское обращение с рубильником. А ты че, выебываешься? Я смотрю, зря ты MIT закончил. Лизун гребаный. Спасибо. Как будто коза тебе лизнула, блин. Козалис. Понял, кто ты. Козалис. На прививку пойдешь, Козалис. Прекрасно. Козалис, сука. Три, два, один. Козалис. Ты. Барни, будь так добр. Я как-нибудь... ага, и тебе, Козалис. Мы готовы к отправке. Барни, блин. Бон вояж. Успехов в твоих начинаниях. Да надо. Экскюзима. I don't sprechen. Эй, иди, сука, совокупляйся с этим козлолизом. Ворона. Эй, а ты кто? Не двигаюсь. О, здорово. Козалис. В смысле потеряли? В смысле они меня потеряли? Это кто такой? Да господи. Это я. Я Гордон, да, он самый. Ты глянь, нас чешется. Лепка пьянка, лепка пизделя. Здорово! А? Кто это озвучивал? О! Ага! Как прикольно! Это прикольно, я тебе говорю. Так, побежали. Бежим от них. Все, убежали. Все, мы убежали. Здорово. Цитаделя полная боевая готовность. И когда так, а мне надо чем-то сломать. Собирайся из Сити-17 как можно скорее, Гордон. Иди по каналам, они ведут в лабораторию Лая. Это опасный путь, но там много наших. Они помогут тебе. Мне, короче, надо к этому, к Алекс со своим отцом. Да, чуть не забыл. Походу приемным. Кажется, ты потерял это в черной мезе. В смысле потерял в черной мезе? Удачи, приятель, она тебе пригодится. Лучше бы ствол дал мне, козел. Взял мне какую-нибудь хуйню, блядь, монтировку. Нафиг мне вообще монтировка нужна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не стреляй! Куда, 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 куда? Ломай, 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 ломай. Ай, больно! Куда бежать? Сюда? А куда? А куда? А куда бежать? Ай, не настреляй! Да все, 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 все. Не знаю, куда бежать. Вижу. Все, выжил. Выжил, 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 выжил. Не сломай ты, сука. Беги! Да беги, сука, проскочи в эту дверь к дому. Давай, беги! Фонарик. Помни фонарик. Загрузка. Отлично. О! И музыка закончилась. Музыка, кстати, классная была. О, да мы вообще... Ах ты, сука! Мудаки. Они будут искать тебя. Беги. Ты ничего тут не можешь поделать. А чё у тебя голос другой? Помогите!
Жалко, что оружие не переключается сразу. Хедшоты ты видал, раздаю. Ты видал, хедшоты раздаю. Хедшот. Ну все это. Все это как бы. Это понимаешь, это невозможно. Никак это все. Это тут. Энергию, смотри, это расходует. Мне туда надо. А-а-а. Давай. Это не опасно. Нормально. Куда? Бей! 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 Суки! Козел! Чара. Потрошки? Нет. Потрошки. Сука. Вот и все. Да убей ты. Да убей. Ну, сука. Ай-яй-яй, больно. Вижу. Вижу. Да пройди ты. Потрошки. Да убей ты его, господи. Хэдшот. Еще один хэдшот. Хэдшот. Все. Сказал хэдшот, значит хэдшот. Все. Ой, больно. Лошара. Вообще легко, возможно, повысим с вами уровень сложности, потому что ничего таща беда. Они очень быстро умирают. А чё ты проходишь, а я не могу? Дай такой же костюм. Чё мне такой же костюм не дали, чтобы я смог так же делать? Да проби... Сука. Ну, короче, надо вот... обычно ты нажимаешь на единичку, допустим, выбирается какой-то предмет, а здесь надо нажать единичку, и потом левую кнопку мыши, чтобы этот предмет выбрался. Это прям беда какая-то, неудобно. Не, патриков много, это хорошо. Эть. Эй, сука. На. Умри, сука. Смотри, как много. Ладно, патронов много, можно стреляться. Стреляться будем, шутан, шутан жесткий, шутан жесткий. Сейчас всех разнесем. Все, что ли? Смотри, как патронов много подбираем. О-о-о. Ну все. Все, это победа. Я не хочу туда прыгать. А могу здесь пройти? Сука. Ладно, поплыли. Нифига себе, мы быстрые. Ты умеешь так под водой плавать? Я не умею. Прям чуть беда, как быстро. Смотри, ты, от этой падлы надо спрятаться. Она нас не должна засветить. Все нормально. Все нормально. О. Господи боже! Здорово. О, эй, здорово. Хорошо, ты нашел нас? Это Фримен. Судный день Альянса настал. А ты кто такой? Послушай, пойдешь на прививки? Главная станция. А что сделал? Будь осторожен. Нам нужно пройти незамеченными.
Если Геоп поймает тебя, вся... У тебя башка лысая наполовину. Мы служим одной тайне. Его, походу, грузин озвучил какой-то. Ладно. А, загрузка. Нормально, нормально. Ладно, пойдем. Она не свалится? Сука! Я испугался. Так, ладно, пойдем. Запомнили, не попадаемся эта гадость. Ой-ой-ой, какой противный звук. Тревога. Подразделением гражданской обороны. Руки сейчас пошли. Мне кажется, я его убил. Ах ты, сука. Сука. Антиобщественная деятельность, блядь. А что делать? Ай, бегу, бегу, бегу! Сучара. Так, все, он умер. Мудак. Вот и все. Вот и все, делов. О, прикольно. Дурак. Ого, я так могу делать? Взорвись. Все? Надо их всех убрать, чтобы потом это... Ненароком меня еще бьют. В смысле, а как это сейвиться? А что делать? Сюда бежать? А чё, куда? А, ну видимо сюда, да. Ладно, пойдем. Ой, бля. Я сейчас пропустил этот момент. Смотри, там еще двинул. Видел одну. 3, 4, 5. 5 патронов, да ты с ума сошел, что ли? Я на черликов меньше трачу, чем на тебя. Сюда! Сюда, куда? Иди вперед, друг. Эта станция разрушена, но впереди другие. Ладно. Я останусь тут ждать. Да, оставайся. Напугала меня, блин. Внимание, ответили 647Е, как проверить численность. Натис, стука. Стука. Получили гандоны. Все. Ты че так пугаешь-то? Продолжаю поиск. Ой, а что делать? Сука. Нормально убили. 45 сотрудник убит. Все, нет, сотрудник убит, сотрудник. Не знаю, жесткий шатан, конечно, я не понимаю, что я делаю. Просто иду куда-то стреляю, что-то делаю. Это прям, да. Нормально, просто ходим, стреляем и все. Да, господи, почему ты в воздухе не умираешь? Ой, косые! Ой, косые! Ой, косые лошары. Так, патроны. Патронов нет. Все, собрали. Надо не забывать лутаться, потому что патронов мало. Вот прям, слушай, шутан жесткий такой, прям шутан. Прям шутан. Смотри. Давай за бочку пойдем, смотри.
Ой, беда, 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 падла! Где ты, мразь? Умри! Блин, не ломаться. Патроны дай. О, о, другое дело. Это другое дело. Патронов мало осталось. Вообще, что происходит? Я не понимаю, схерали они вообще? Сука. Да убей ты его, сука. Оооо, да погоди. Все, нормально, поминали. Что разминаются, дебилы? Еще конченый, слушай. Ой, беда, ой, беда, ой, беда. Ладно, поплыли внизу. 5 пищевых единиц. Вот беда, как будто не останется хавка. Это, видимо, у меня 5 пищевых единиц. Куда плыву, не знаю. Просто плыву прямо, они не спевают 100%. Так, мне, видимо, сюда. Смотри, что есть. Опа. Побежали. Ой, беда, беда, смотри, бегут, бегут. Надо быстрее успеть, 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 успеть. Попадете, не попадете, не попадете. Все, они попали. Не попали, это все вранье, не попали они у меня. Вот так вот, внезапно. Так, что делать? А, погнали. Не-не. Ну-ну-ну. Сука. Давай, ставь. Раз. Два. Давай. Три. А где? Куда? Отдай. Тут нихера себе физика. Я тебе так скажу. Четыре. Пять. Шесть. Смотри, все, 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 все. Хватит этого, хватит. Сука. Ладно. Да почему ты не прыгаешь? Да почему? Давай еще одну. Шесть. И еще одну. Семь. Да почему? Сука. Запрыгни. Ну что? Надо еще поставить. В смысле, на максимум вот так. А все, у меня больше нет кирпичей. Запрыгни. Сука. Так, ладно, фонарик. У фонарика есть энергия, это печально. А что с тобой делать? Видал, да. Пистолет просто взял, отпугнул. И все. Или нахер. Ты что, стреляешься? Куда бежать? Не стреляй, не стреляй. Все нормально. А куда дальше? Дурак, что ли? Чё? Ой, ну чё, хватит? Чё вы все стреляете? Сука.
Что-то было больно, по-моему, нет? Сдохли, смотри. Такая ты схавала. Все, можем идти. Лошара. Лошара. Не бей! Не стреляй! Не надо! Не надо! Все нормально. Все нормально. Выжили. О, патроны. Я надеюсь, мне дадут что-нибудь еще, потому что что-то прям беда. О, сохранение. Так, наверное, давай на этом закончим мы с тобой. Продолжим в следующей серии. Игрушка прикольная, шутан прям жесткий. Скорее всего, поставим повыше уровень сложности, потому что он сейчас слишком легко. А может быть и не будем, потому что мне нравится их так убивать. Вот. Все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оставляйте обязательно комментарии. Пишите, какие игрушечки вы хотели бы, чтобы я прошел. Всем до новых встреч в новой серии, новой игре. Не знаю, посмотрим. Все. Всем пока.